А в минувшие выходные в Лабытнангах прошел легкоатлетический кросс, посвященный Всероссийскому дню бега. Соревновались школьники, а также представители мужских команд, участвующих в городской спартакиаде трудящихся. Чьи сборные принесли дополнительные победные очки в общую копилку и кто из спортсменов стал лучшим в личном зачете, расскажет Татьяна Швец. Учащиеся города встречались на стадионе школы номер 3. Все, от самых юных школьников до выпускников, около 400 ребят соревновались на различных дистанциях. Легкоатлетический кросс собрал не только участников забега, но и болельщиков, педагогов, родителей и одноклассников. А это уже представители мужских команд. Традиционно кросс проходил на загородной дороге. Сначала массовая разминка и знакомство с дистанцией. Преодолеть участникам необходимо было 3000 метров. Всего на старт вышли 27 спортсменов. Казалось бы, что все участники стартовали одинаково, но уже ближе к середине дистанции появился явный лидер, который обошел своих соперников и товарищей по команде. Лучшим в личном зачете стал представитель сборной Ямальского многопрофильного колледжа Михаил Кожевников. 10-14. Делить дистанцию и бороться за победу практически не пришлось. Все остальные участники кросса остались далеко позади Михаила. В том году были посильнее, в этом году ожидал большего соперничества. У тебя отрыв такой большой был. Ну да, поэтому не было соперников равных мне. Хотелось бы побольше соперников. Михаил Кожевников стал победителем в личном зачете, а вот его команда в итоге заняла второе место. На первое вышел учитель. Третьими стали представители пожарной части. А у школьников лучшие результаты показали учащиеся школы номер 3. На втором месте школы номер 8 замкнул тройку лидеров гимназии. Все победители были награждены грамотами и денежными призами. Татьяна Швец, Кирилл Сементьев, Григорий Волков. Программа «Время местное».